Страшный и опасный COVID-19 коварен не только тяжестью протекания самого заболевания, но и последствиями для организма. В связи с чем в период пандемии остро встает вопрос о лечении постковидного синдрома. В медико-диагностическом центре здоровья Сарапова врачи успешно лечат последствия этого заболевания. Наши специалисты диагностируют и лечат постковидный синдром. Сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов пищеварения. Вот это все проводится. Чаще всего это, конечно, сердечно-сосудистая система. Это нестабильность ритма, нестабильность давления, боли в грудной клетке. Вот очень много пациентов идет переболевших. Пациентов ждет высококвалифицированная консультация кардиолога, невролога, пульмонолога, эндокринолога, гастроэнтеролога. Порядка 15 узкопрофильных специалистов обследуют и лечат пациентов. Обследование медики проводят с помощью современного оборудования. Это ультразвук сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной системы, а также ЭКГ, спирография и другие методы диагностики. Людей беспокоит и пищеварительная система, сердце, неврология, вот, самые разнообразные. Поэтому наши специалисты постковидные оказывают помощь. Невролог, кардиолог, пульмонолог, такие специалисты, терапевт. Пройти же обследование после перенесенного ковида в центре можно по полису добровольного медицинского страхования.